В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 3 воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту. Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более 3000 человек, и около 100 тысяч получают серьезные травмы. В средней школе номер 2 прошло мероприятие, посвященное этому событию. Кто нарушает правила дорожного движения? Автомобилисты нарушают? Да. Шофера? Да. А сами пешеходы нарушают правила? Как нет? Конечно, нарушают. Кто нарушает правила дорожного движения, тот причина ДТП. В качестве главного гостя на открытое занятие был приглашен инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасыр Тавбиев, который в своей беседе привел несколько примеров ДТП, произошедших в Хасавюрте, где, к сожалению, главными участниками стали несовершеннолетние, особо подчеркнув, что на дороге нужно быть бдительными. Дорогу не нужно перебегать, нужно посмотреть налево, направо, убедиться, что нет машин, и только тогда нужно перейти дорогу. А вот этот мальчик, конечно, жаль, что так получилось. Чтобы такого не получалось, нужно быть внимательным. Вот то, что он перебегал дорогу, и другая маршрутка сбила его. И в результате мы потеряли человека. В ходе беседы инспектор раздал детям буклеты о правилах дорожного движения. Также задал вопросы для проверки знаний. Символичное мероприятие завершилось во дворе школы, где дети отпустили в небо воздушные шары в знак памяти о жертвах ДТП. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».